Добро пожаловать в мир волшебной магии Хогвартс Легаси. На связи Чандра и Ольга. Здравствуйте. Так, нам второе задание от мадам Кагавы. Тут нужно 5 шаров и 5 шаров, и мы наконец-то сможем ареста моментум использовать. Я перепутал, да. Я думал, заморозка это как раз ареста моментум. Нет. Ареста моментум нам позволит как раз часы починюхать. Но для начала у нас тут огромное количество врагов. Просто лютейшее, смотрите. Здесь... Это большой лагерь бандитов, он числится. Лагерь бандитов в замке. Здесь целых 2 сундука с сокровищами. Давайте попробуем его зачистить. Ну а потом перейдем и к аресту моментуму. Так, начнем с собак, пожалуй. Здравствуйте, собачки. Замороженного врага порезать нужно. Использовать мандрагору против врага. Отбросьте дубинку троллю его... Так. Это туда, значит, нужно. Тролль у нас есть вверху. Вот здесь конкретно был тролль. Заморозить удастся тролля? Давайте проверим. Да. Но нужно его порезать. Хорошо. Удар, удар. Это боевой тролль. Он будет удар, удар. И протега у меня закончилась. Так. Сейчас нужна еще раз заморозка. Заморозка вниз, понял. Заморозка вниз, порезать. В смысле? Ладно. Кидай еще, дружище, пожалуйста. Это не получилось, да, отбросить ему в лицо? Но мы можем это сделать при помощи Левиоса. Или при помощи Флипенда, к слову. Удар. 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 Хорошо, еще. Удар. Удар. Вот Левиоса. Не сработало. Левиоса не сработало. Флипенда должна сработать. Ничего страшного. Полечимся на крайняк. Удар. Удар. Сейчас нужно будет флипенда вовремя использовать. Удар. Удар. Не сработало. Хотя в описании, кстати, было именно такое использование. Это грустно. Хорошо, видимо, неподходящий тролль. Нужно отбросить его дубину обратно. Это был идеальный протега, который отбрасывает его. Не сработал. Раз, два. Значит, просто его убиваем, ребят. Здесь так не работает. Раз, два, три. Ха, забавное дело, я увернулся, но этого недостаточно. Вот опять идеальный, но недостаточно. Раз, два. Это не идеально, но тут и не важно. Тролли достаточно серьезные противники. Экспеллиармус против него не работает. Очень жаль. Все, готово. Нужно будет порезать замороженного врага. Может быть, не тролля нужно будет. И, может быть, нужно будет дорезать его полностью. Остальные мы штуки тоже используем против других врагов, ту же мандрагору. Своеобразная битва получилась. Это, скорее всего, нам нужно будет подвигать, чтобы забраться. Назревают неприятности, я без друзей. По-моему, ты всегда без друзей, дружище. Всех вас не победить? Как бы не так.
Тап 3. Проще всего. Все, здесь тогда раз. Ага. Есть. Вот это сработало. Дальше. Мандрагору мы сделаем. По поводу тролля. Вроде троллей больше не было. Дубинку у меня не получилось. Ни флипенда, ни как вообще не получилось. Угу. Что-то мы с него достали даже. Пижаму. Пижама в кармане была у гоблина. Чего бы нет-то. Так, тоже ящик. Наверное, ящик на ящик надо было бы. Но поскольку у нас есть метла, мы уже можем здесь спокойно с метлой проходить. Ага. Залетаем. Что-нибудь выпало с него? Ничего. Так, там ящик, тут еще гоблин. Нам нужно найти сокровище. Еще плюс интересный, вот там желтые моменты. Ах ты ж собака. А это красное было, кстати. Еще и даже кого-то ранил. Хорошо. Что еще здесь есть? Сокровище. Раз сокровище. Коллекция обновлена, разрез 3. Здесь более дальний ревель. Кстати, там есть прям опасный противник. Это приятно. Еще немного поревелим. Боевая мощь моя, конечно, увеличилась прилично. Там... Что там такое желтое? Похоже на сундук, если честно. Давайте сразу осмотримся, чтобы не упустить его. Да, крепость была величественная наверняка. Неизвестные перчатки желтые. Это в ручей комнате нужно будет все изучать. А тут можно нырнуть. А еще денежки есть. Древнюю силу использовать на тролля, а он себя дубинкой лупит. Дубинка — это древняя сила. Понял, благодарю. Но ничего страшного. Проклятие на понос. Пока что у нас проклятие на увеличение урона. То есть, кого мы прокляли, он получает больше урона. На понос пока что нету. Хотя не исключаю, что будет со временем. Не тот сундук. Этот. Это сокровище второе? Это второе сокровище. Коллекция обновлена, засада 2. Добро. Запустите цель в разрушаемый объект при помощи депульсы. Он вообще не запустился. Разрушаемый объект. Но это явно разрушаемый объект. Зараза. Пока он заморожен, он не будет откидываться. Дружище, ты мог бы разморозиться? Он рядом с кровью, с огнем стоит. Вот-вот, и отогреться не может. Душнило, господи. Да. Неприятно. Ой, а что мы можем сделать? Сломали. Петрификус тоталус.
А прикольно? Не, ну это интересно. Хотя бы Петрифик устал. Это еще успеется сделаться. Хотя, конечно, депульса использовать против босса не очень хочется. А ты снизу взял сундук? Да, вроде я везде взял. Вон там. Это не сундук. А что это? Это просто ящик. Так, при помощи дипульсов разрушаемый объект. Ну, давай. Бам. Есть? В смысле? А, объект во врага. Не врага в объект, а объект во врага. Это уже другое. Не, объект во врага я просто не смогу физически сделать. Поэтому забей. Где босс? Видимо, там. Не-не-не, где-то босс прям был, вроде бы. Погоди, неужели руины? Тап 3. Мне показалось, потому что где-то здесь был показан босс. Вон. Видишь? Вижу. Но его там нет. Но его тут нет. Он ведет в руины. Хорошо, руины так руины. Добро, я понял. Пошли мы, значит, заморозку времени изучать, ага? Да-да-да, ага. Но раз уж мы здесь... Нырнули и не утонули, как так? Вот... Ты смотри поаккуратней, чтоб не сглазить, да-да-да. Ну, вчера один раз так нырнули. И тоже не утонули, к слову. Что теперь? Порежьте замороженного. Хорошо. Заморозить? Нужно вот так и двойку. Да. Пусть умирает. В принципе, это... Или это одноразовая акция? Не одноразовая. Ну как бы можно. Мог бы притянуть его сюда. Мог бы, согласен. Сюда подошел. Чё он там сидит? Один помешник. Собаки. Ривелия. Это, кстати, трагедия. Да. Я вижу. Причем это не просто трагедия, такое расстройство, если честно. Ну, честно, вообще очки. Нет, тогда нафиг отсюда. Не, пошли отсюда. Да, вот обидно. Обидно невыносимо. Даже Б обидно. Ну и А обидно. И С обидно. Ладно, тогда перейдем к шарам. Ускорение. Зачем? Не знаю. И там ускорение. И там ускорение. Не Откуда знаю. Начинать? Шаров я вижу 4. 5. Вон он, пятый, да. Как говорится, нафига, главное зачем, да? Ну, поехали. Не на скорость. Наверное. А черт его знает. Но я выбрал именно маршрут, где мы под ускорение попадаем. Ну, и с другой стороны тоже под ускорение. Попаднули бы. Давай тогда Мерлинову загадку. Давай, раз уж мы здесь. Так. Это запертая пещера. Запертая. Это взрывом надо? Я не знаю, конфринга хватит? Хватает. Не бомбарда. Все, мне бомбарда не нужна. Это оно просто там существует. А там где-то пещера существует. И пауки. И пещера. И пауки. Нанести урон... Я думаю, не будем заморачиваться. Какому налетчику? Больше времени.
Вот-вот. Заморозь. Там внизу кто-то был? Она слишком сильная, чтобы ее морозить. Да? Да. Думаешь? Вон налетчик был. Это снег падает. То есть его нужно поднять? А ну вообще иди. А где еще кто? Кэмо, бахнуть. Это еще есть. Вот так, прям можно бахнуть. Там еще есть. Куда? Они... В смысле? Ничего откуда-то. Это вторая волна. Это не то, что я хотел сделать. Ладно, попытка номер следующая. Опять-таки за 2 минуты, и опять-таки налетчик в воздухе. Ну, давай, я не знаю, что же. Вот, я древнюю магию теперь использовал против матриарха, потому что она жесткая. Вот налетчик в воздухе. Добро. Экспеллиармус. Депульса оттолкнем, заморозим, порежем. Лепенда не сработала. Заморозилась. Замораживается даже тролль, но ненадолго, к сожалению. Но замораживается, правда. Вообще против пауков хорошо заходит огонь. Все, закончился бой. Даже левел ап дали. Хорошо. Сильно. Так. Опять-таки нужно пламя. Но пламя ли нужно? Вот в чем вопрос. Там дальше был шарик, кубик. Это не экспеллиармус. Мне непонятно, зачем тогда вот это вот. Вот на полном серьезе, а зачем ящик-то? Ладно, неважно. Забраться, я понял. Уже понял. Хорошо, пока поставим тогда вот так. И я действительно смогу это сделать? Да? Хорошо. Все. Ты кубик-то принес? А? Кубик-то принес? Не-не-не, еще нет. Как раз за ним иду. Вон он, кубик. Ясно и даже понятно. Отразите атаку детеныша паука. Это не детеныш. Идеально отразил. Ружья плотина. Ага. Хорошо. Это не делай так. Он провалился. Он невидимый. Да. Он не провалился, он невидимый. Все, давай, Вингардиум Левиосу. Сейчас вопрос. Чат, как думаете, сработает ли бес или не сработает? Может и сработать, это известно. Сработало. Вот, ну правда, здесь мы били конфрингой. Да-да-да, здесь мы били конфрингой, и оно, наверное, подгорело как раз. Видимо. Сколько уже смертей получается? 3 или 4 за все время? Не мы ж не стараемся без смертей играть.
Вот без зелий, да. Ну, тяжело все это использовать на постоянке. Так, стоп. Ух ты, это портал. Lumos. Но, видимо, потом. Квестовый. С другой стороны, ящик. Ха-ха-ха. Очаровательно. Нет, это не потом. Это просто нужно было обойти. Так, там кто-то враг. Или кто-то просто так. Это неинтересные детали. Давайте тогда дойдем, раз уж мы здесь. Раз уж пошла такая пьянка. Кому нужно это время? Так, а хотя нам нужно аж сюда лететь. По заданию мадам Кагавы. Ладно, тогда сначала слетаем сюда. Все-таки, ну просто потому что это близко. И потом уже к мадам Кагаве. Mm-hmm. Это настораживает. Нет, это нормалек. Что это? Только нужно понять, где эти камушки. Там камушки вон они. Угу. Сами скатятся. Ревелио. Далеко они не скатятся. Да, там далеко не есть. Скатятся. Так, сюда подошли. Хотя, может, скатятся. И закатятся на поверхность. Могут, они же волшебные. Но, ладно, не получилось. Но шанс был. Видишь, они сами потом забираются. Видишь, я ушел, и они... Тут тоже есть. Тут тоже есть. Давай осмотримся. Это, возможно, сюда? Ну да, есть тут камушки. Кролики. Пойдем со мной. Куда ты? Ты всех за собой видишь? Да, 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 они сразу. Они вместе. Ну, группировка. Это семья. Каменная группировка вообще. Даже наверх забирают. Да. Дальше, видишь, они сами закатываются. Ревелио. Нет, ага. Есть еще. Ну, они сверху. Угу. А, ну тут вообще легчайшее. Все, они забрались. Это мы сделали. Тогда отправляемся дальше. Мерлин. Угу. Заморозка времени. Потом нам нужно будет действительно этот колокол Вингардиум Левиоса. Это, конечно, такое. Так, хорошо. Мы, конечно, можем и сюда, но сюда мы еще сходим. Поэтому это не принципиально. Нам самое главное Кагава. Наверное, даже отсюда стартанем. А вот оно, смотри. Прямо отсюда начинается. Угу. Значит, мы, в принципе, правильно выбрали точку телепортации. Полетели? Это нас готовят как раз... Я понял. Это как подготовка к гонке. Которую мы уже прошли. Которую мы уже рекорд побили, да? Последний, максимальный. Вот так. Бам. Опять лагерь бандосов. Большой? Вроде большой. Насколько большой? Целый замок. Ой, бабочка. Бабочки. А, нету лагеря. А, вот и все. Погодите, а он же здесь есть. Что нужно прервить убийцу банды пимпламбов? Применяющего редукта с использованием депульса. Порежьте замораженного врага. Порежьте замораженного. Ух ты. Что было? Это я могу вот так переносить. Как? Контроль зажимаю. Сюда подошла Петрификус Таталус. Постоянно.
Причем как она применяет петрификус таталус вот так просто? Взрослый. Думаешь? Да. Ну, тем более снайпер. Специально подготовленный, получается. Специализируется на петрификус таталусах. Да, только на ней. Больше ни на чем. Ничего нет. Петрификус тотальная специализация. Да, получается, да. Что это? Кто это? О, ты посмотри на его глазки. Это этот. Точно. Лунтик, который не лунтик. Ну, мы пока, значит, смысла сюда нету. Я забыла, как она называется. Раз здесь никак, то смысла нету. Давай тогда доберемся до ближайшего костра. Где он там? Не знаю. Там враг печальный. Известный. И там враг печально известный. Где? Вот. Полетели. Да что такое? Это грифон. Красивые. Это тут можно грифонов поймать, да? Да. Это там просто вон... Он синий. Сзади вот они вот тут живут. Да. Красиво. Шарики. Шарики, думаешь? Там были шарики. Ну давай шарики. Ну хорошо. Но они нас вообще-то далеко отправят. Да я вижу уже. Там стартовая площадка еще есть. Ну хорошо, соберем шарики. Вернемся на стартовую площадку, потом на посадочную. Потом, соответственно, добираемся до телепорта. Болото. Да. Где площадка? Не знаю, ты видел. Вот это? Да. Есть платформа для приземления. Теперь взлетаем. Шахта. Подобное место мы уже видели. Не это же самое, но именно что подобное. Это... Шахта глаз. То есть здесь глаза добывают. Глазочки. Вот они где. Мерлинова загадка. Прямо она тут. Она очень близко и да. Ну давай, хорошо. А мы ее Венгардиум Левиоса не сможем поднять камушек? Хороший вопрос, кстати. Давай посмотрим. А ты видишь Венгардиум Левиоса? Ну вот она первая. Это Левиоса. Да это вторая вообще-то цифра. Люмус. Это Люмус. А, вот это Вингардиум Левиоса. Да, мы можем двигать камушек Вингардиум Левиосой. А куда? В смысле? Что в смысле? Куда-то. Вниз, видишь, там полоса идет. Хорошо, давай, отпускаем. Наверняка ему нужно скатиться, правильно? Да, скатиться, чтобы забыться. Вон оно. Сюда вижу. Далеко. Это чуть к нему. Точно. Дипульса. Поехал. Ну ладно. А, ну ладно, прям туда и бежит. Идет, бежит? Катится. Летит, несется. Ну куда? У нас, по-моему, чары стали сильнее. Может быть. Ну что ж, Мерлинова задачка у нас выполнена. Смотри, что появилось! А это наши классные, замечательные, потрясающие, великолепные бустеры, благодаря которым то, собственно, на канале видосики у нас и происходит сейчас. Присоединиться к числу, вступить в семью. А семья это главное. По ссылочке в описании, ссылка на бусти. Переходим, подписываемся. Вот так вот разгадываешь загадку Мерлина, а там бустеры. Вообще. Круто. Еще один плюс игре, однозначно.